погреб, выроб в земле, стены монолитный железобетон, в том числе и арочный потолок. Все загидроизолировано с наружной стороны. Коньяк, портвейн, вино разных годов, свежее вино, чача. Хамут готовится. Запах просто обалденный. Хамону уже год. Скоро нужно пробовать. Тому коньяку 3,5 года. Посмотрите, какие высокие потолки. Красиво. Потолок погреба является полом гаража. Толстая монолитная плита.